Привет, привет, ребята! Вы смотрите программу «Клуб Дю». Самую веселую, самую познавательную и самую развлекательную программу для детей. Для пап, мам, бабушек и дедушек. В эфире программа «Клуб Дю». Стоит бабка с коровой, голосует, подъезжает к ней машина и спрашивает шофёра бабушки: «Бабушка, а вам куда? В деревню? Я бы вас взял, но коровы некуда. А ты её, милок, привяжи к бамперу». Она и побежит. Так и сделали. Едет шофёр медленно, корова бежит. Бабушка говорит шофёру: «Милок, а ты езжай побыстрее, корова у меня быстро бегает. 75 километров в час бежит корова, 100 километров бежит корова». Потом что-то смотрит шофер на корову, она стала левым глазом подмигивать. Шофер испугался и спрашивает: «Бабушка, а что это ваша корова левым глазом подмигивает?» «А это она, милок, на обгон пошла». Сидят два человека в самолете, и первый очень боится самолетов, а второй ему говорит: «Да ты что, ладно, не бойся, на земле больше аварий. Вот мой друг купил машину недавно, спокойно ехал, и в первый же день на него самолет упал». Приходит психбольной в магазин и говорит: «Мне 200 литров молока. Как вам, порезать или кусками? А мне все равно, я на велосипеде». Петька спрашивает Василия Ивановича: «Кто такой дурак?» «Это тот, кто так выражается, что его никто понять не может». «Понятно?» «Нет». Вовочка приходит домой с синяком под глазом. Мама говорит: «Сколько раз я тебе говорила, перед тем, как лезть в драку, сосчитай до 100». Вовочка ему в ответ: «Как пока, я как дурак считал до 100». Ванька мне врезал, потому что ему мама с папой велели считать до 50. Мама звонит доктору: «Доктор, помогите, мой ребенок проглотил ручку, что мне делать? Пока мы не приедем, пишите фломастером». Учитель рассердился: «Вовочка, сегодня ты забыл не только тетрадь, но и учебник. Ты знаешь, как зовут солдата без оружия?» «Да, знаю. Генерал». Спрашивает класс: «Кто взял Бастилию?» Класс отвечает: «Это не мы». Учитель повторил эту фразу 3 раза. И класс ответил: «Это не мы». Учитель бежит к директору и говорит: «Что мне делать? Я спрашиваю класс, кто взял Бастилию?» Они отвечают: «Это не мы». Директор спрашивает: «Какой класс?» 7-й Б. «Ну, если они взяли, то они не отдадут». Подходит лодь к ежику и спрашивает: «Ты почему бегаешь туда-сюда, туда-сюда, вокруг пня?» А ежик такой довольный, бегает. Тут лось его спрашивает: «Ну почему ты бегаешь?» А ежик говорит: «А вот ты сам побегай». «Ой, как это хорошо! Кайф-то какой!» Лось бегает 1, 2, 3. Но 4-й подходит к ежику и говорит: «Ежик, в чем кайф-то?» «А тебе что, травка пузико не щекочет?» Клуб Дю! Хи-хи, какие же здоровские анекдоты мы сейчас прослушали. Отличные анекдоты. Самое главное, веселые, смешные, хорошие. Самое главное, что их рассказывают дети. Конечно, дети. Очень здорово, конечно, что их рассказывают дети. Именно дети, а не кролики. Ой, ну зачем а так, что? Бантик? Опять кролики ты? Плохо рассказывают анекдоты. Нет, нет, не обижайся, Дюшенька. А вот я знаю один хороший анекдот. Какой? Про ежика и 3 богатырей. Ой, я тоже знаю. Катится по лесу ежик, и навстречу ему катятся 3 богатыря. Клуб Дю.
Дорогие ребята, а сейчас наша традиционная рубрика «Зеркало». Ой, опять про докторов, уколы, пилюли. Нет, 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 таблеток не будет, ничего не будет, никаких не будет таких. Про почтальона. Нет, про Бантик. Про них почтальон. Ребята еще не сняли про почтальона. Про таких, как нет, я. Нет, они подготовили материал про милиционеров. Вот так. И вот так? Нет. И вот так. Вот так, да. Вот да. Так. Потому что милиционеры в нашей жизни играют большую роль. Они добрые или злые? Они очень добрые и веселые. Поэтому я очень рад, что наша рубрика называется «Милиция в клубе Дю». Вот, решил усы отращивать. Ну, правильно. Надо же хоть чем-нибудь заниматься. Дяденька, откройте, пожалуйста. Откройте, милиция. Перекусить что-нибудь есть? Сейчас. Кусок медной проволоки подойдет? Теперь новую участковую. Значит, здесь школа, больница, завод, клуб Дю, там консерватория. Туда два пулемета на крышу. Зачем? Что ж, консервы не воруют? От анекдотов. У нет. меня от смеха уже зубы устали. Что ты, Дюшенька? Да, дядя Коля, именно. У нашего кролика зубы от смеха устали и стучат. Ничего. И вообще, для него юмор долго, до него юмор долго доходит. Ой, зачем ты, Бантик, обижаешь Дюшеньку? Ничего не долго. Дюшенька хорошая. Картинку происходящего. Ребята, не ссорьтесь, пожалуйста, не ссорьтесь. А мы не ссоримся. Просто днем он слушает анекдоты, так. А ночью смеется. Ну, правда, смешно. До жирафа до тебя. Нет. А что, по-твоему, на жирафа похож? Нет, нет. Ну, ребята, не ссорьтесь. Давайте жить дружно. И давайте вместе посмотрим нашу рубрику, которая называется «Фестиваль частушек». Если любят их народе. Коль от Мурманска до Кузьки весь народ поет частушки. Значит, жив еще народ. Ни за что не пропадет. Спасибо.
Получается, бантик. А у меня получается. Кто-то мне воды налил мой. Это, наверное, ты, Дюша. Это вредители мыши. А, это мыши, да. Я тут не при... Дорогие ребята, наша программа, к сожалению, заканчивается. Увидимся мы через неделю. Если хотите участвовать в нашей передаче, звоните. Номер на экране. Да, ребята, позвоните к нам, и мы запишем ваше выступление. А если у вас в школе намечается какой-нибудь праздник, какой-нибудь слет отличников или там фестиваль двоечников, мы тоже пришлем вам свою съемочную группу. Дядя ты... Коля, а все ребята вот нас спрашивают, а чего вы, собственно, пускаете мыльные пузыри? А нам нравится так. Это во-первых. Во-вторых, у нас такая есть идея участвовать в международном фестивале пускания мыльных пузырей. Только я, наверное, даже не попаду в отборочную в этот тур, потому что у меня... А что, бывают такие фестивали, дядя да, Коля? Да, да. Дорогие друзья... Что, не знал? Нет, не знал. Наше время заканчивается. Прощаемся. Скоро! Увидимся! Скоро услышимся! До встречи, ребята! Пока!